сердце разум, какой неслыханный удар. Скажи мне, Власенко, всю правду, сколько еще мне тут страдать? Все хорошо, прекрасная бахиня, и хороши у нас дела. Но вам судьба, как видно из каприза, еще сюрприз преподнесла. Вдруг всплыли разные бумажки про то, что вы мутили с Пашкой. А в остальном прекрасная бахиня, все хорошо, все хорошо. Алло, Турчинов, какие вести? Давно я дома не была. И почему еще в тюрьме я? Ну как с народом там дела? Все хорошо, прекрасная бахиня, дела идут и жизнь легка. Ни одного печального сюрприза, за исключением пустяка. Народец любит вас не очень, и на Майдан идти не хочет. А в остальном прекрасная бахиня, все хорошо, все хорошо. Народ не хочет на Майдан. Скажите мне, скорее не мыря, а что и как Европа там? Все хорошо, прекрасная бахиня, все хорошо, как никогда. Европа, а за ней и Штаты нам пишут письма и скорбят. Но все пока пустое дело, подкиньте доллара и евро. А в остальном прекрасная бахиня, все хорошо, все хорошо. Алло, мой муж, сидеть недолго, ах, до чего мне тяжело. Я вне себя, скажите прямо, как это все произошло? Узнал ваш муж, прекрасная бахиня, что срок ваш вовсе не предел. Не вынес он подобного сюрприза, и тут же в Прагу улетел. С собой забрал он все бабло, и нету денег на народ. Народец нынче не дурак, за вас не выйдет просто так. А олигархи не хотят давать бабло нам на турняк. А скоро выборы грядут, мы обосраться можем тут. А если в Раду не пройдем, то сядем тоже с допуду. А в остальном прекрасная бахиня, все хорошо, все